С раннего утра по улице Набережная представители межведомственной группы провели работу по устранению самовольных строений, нарушающих нормы торговой деятельности. Уже неоднократно подобная работа проводится в рамках безопасности в случае возникновения чрезвычайных ситуаций для обеспечения беспрепятственного проезда спецтехники. По распоряжению руководства города в Хасавюрте по улице Набережная и на территории рынка «Зеленый» провели рейдовые мероприятия по контролю соблюдения норм ведения торговли. Представители межведомственной рабочей группы, в состав в которые входят сотрудники Управления гражданской обороны, Управления торговли администрации и правоохранительных органов, устранили самовольные строения. В городе была комиссия, республиканская комиссия, которая приезжала, чтобы помочь, будем говорить, и городу, и в общем предпринимательству и торговле навести соответствующий законодательству порядок в сфере торговли. В состав этой комиссии входила группа, которая представляла различные ведомства и министерства. В том числе был сам министр МЧС, который отметил, что необходимо вот именно на набережной улице, для того, чтобы свободно могла проезжать техника, пожарная техника в случае пожара, проезжая часть должна быть свободной для проезда вот этих специальной пожарной техники. Ну, надо сказать, что предприниматели и торгующие, ну, не в должной мере понимают то, что необходимо эти дороги освобождать, не торговать на улицах. Прямо на улицах торгуют у нас люди. Вдоль улицы Набережная регулярно ведется работа по пресечению нарушений границ торговых объектов, выражающихся в самовольно установленных стеллажах. Следует отметить, что при проведении рейда незаконно построенных конструкций стало значительно меньше по сравнению с предыдущими периодами, отметили представители управления торговли. Подобные нарушения на рынках предусматривают вполне конкретные наказания в виде наложения административного штрафа как на физические, так и юридические лица. По словам участников межведомственной комиссии, работа по наведению порядка по улице Набережная будет продолжена до достижения необходимого результата и его дальнейшего поддержания. Бурлея Цамбиева, Пирмагомед Пирмагомедов, информационная программа «Пульс».